Я вспоминала, как это называется. Это бакланы. Бон дия, бонжур, буэнос диас. Куда мы едем? В Мериду. Мы едем в Мериду. 3:27 из Лиссабона. Let's go. И апдейт. Мы уже приехали в Испанию. 11:35. 39%. 13:25. Но здесь перевели часы. По-нашему это 12:25. Буэнос диас. Юлий Цезарь, почему бы и нет? Что-то здесь на красивом опять. Я поснимаю пока. Верок есть. Едешь себе, никому не трогаешь. И на. Получай. Танька, куда приехала? Я в Мериду. Мериду или Мерида? Мерида. Мерида? О nome da cidade é Badajoz. A gente chama de Badajoz. Кому как нравится. Кто хочет Мерида, кто хочет Мерида. Пошли на ту сторону, посмотри, там прям будет выпадать дым. Где? Ну, кипит дым. Класс! Посмотри, прям в руку. Вон и евро килограмм. Пошли на Мемартинч. Не зря ехали, нам, по крайней мере, тут рады все. Молодцы ребята, просто с видом. На руины 2000-летние. Посмотри, как красиво цветет. Довольная такая, вишню нашла. Весна идет, весне дорога. Весна, холода. Ну, посмотри, и пахнет как. По-моему, это вишня все-таки. И пчелки, и пахнет, пахнет обалденно. Обещали солнце, сегодня какой-то конец света. Но есть вот человек, который никогда не видел апельсины. А тебе все мало. Давай мешок набирай домой. Пошли. Ура, солнце вышло. Мы спустились посмотреть на Римский мост. Кстати, да. И снова мы переключаемся на наш Discovery Channel канал. Какие-то птеродактили. Я вспоминала, как это называется. Это бакланы. Пожалуйста, бакланы. Какая красивая платановая аллея. Посмотри вот туда, платановая аллея, и как раз выходит на мост. В 1230 году король Леона Альфонсо IX отвоевал Мериду у мавров. Обратно, да? Кстати, на заметку, этот мост является самым длинным мостом, который когда-либо был построен римлянами. Да, друзья? Целых 792 метра. Весна-весна у нас. Нашли Криштину Марию. Вон она. Маленькая. Куда пошла? Оля Эриал Криштина Мария. Ела сумил лану мату. Иди сюда. Леопольд, выходи. Это документ флорщ. Дошли до волчицы. И отсюда, кстати, вид на мост. И видно, насколько он длинный. Здесь на карте можно посмотреть, как раньше было. Конструкция Романа, римская часть и восстановленная часть 17 века. Этот форт был сконструирован приблизительно в 9 веке
И говорят, что это был первый форт, который арабы построили, когда началось завоевание Иберийского полуострова. Если вы пройдете совсем немного вперед, попадете в такой красивый парк. Он находится не внутри, а снаружи форта. Вот с такими вот крутыми Калифорния пальмами. Заказывал концерт. Всякий педил концерту. Эта площадь называется Площадь Святой Марии. Я не знаю, слышно меня или нет, но иногда можно попасть на такие вот концерты здесь. С корабля на бал. Вкусно пахнет. Кайф. Чувствуешь разницу, да, по сентир дифференса? Как тебе? Очень красиво. Посмотри, вот фонтан, и какое здание, скорее всего, мусульманское. Шикарный. 1883. Ну, это арабский стиль однозначно. Кайф. Друзья, догадайтесь, как называется эта площадь? Правильно, площадь Испании. Детали. Арки по садам, да по садам, по садам оранжевым. Шла, пирожок нашла. Супер. Там голубь такой сидит, одинокий, несчастный, католический. Ай, какая милота, дети играют, голуби загорают, оранжи расцветают, Танька все снимает. Археологический музей мы с вами нашли. Наелась такая, довольная, сытая. А пиджак у него по-современному застегнут, последнее не застегнуто. Ну, Танька все знает. Смотри, как красиво. Кифой. О боже. Настроение. То есть Милвин Тыклад 2020. О, простите, ваше высочество, что мы вас потревожили. Ушел, куда пошел? Это называется буллинг. О, там другой, Майжум. Там еще один, смотри. Здесь 52 кота живет.
Такой вообще, в темнице сырой. Прикольный. Я его киря фото докила по кошке киту тираж. Опять. Этой фигуре не дай. По-моему, тебе там не рады. Аж кела на аутофилиш, где ты вернал. Такая, идите отсюда. Понаехали. Идите лучше посмотрите археологический музей. Так, господи. В мире животных. Это какая-то нереально зеленая трава. Он согласен. Рассказывай. Ки се пасала дентро? Ну, зелёна такая синяя сидит. А, по-моему, эти краски не было. Часы работы, никогда открыто. Археологический музей. Сюрприз, сюрприз! Muito bem presente. Surprise, surprise! Можно здесь выпить кофе, вкусно покушать и посмотреть на арку. Жар птица! Итак, друзья, Троянская арка была построена во втором веке. И это был вход, главный вход в город Мерида. Что ты смеешься? Высота 15 метров. Но здесь сейчас рядом есть классный ресторанчик. Таня, убери голову. Где можно покушать вкусные тапас. Называется... Теперь Таня появилась. Как-то так. Немного информации для наших англоязычных друзей. Пока идем к темплу Дианы, ловим, ищем Таньку. И смотрим на красивый домик по пути. И арабская ночь. У меня не сделали ошибку, они оставили у этого домика открытую дверь, поэтому давайте зайдем. Feels like home. Зулежу. Здесь просто чей-то дом, подъезд. Пресказ долгий. Сентрада. Шли-шли и дошли. Пойдем. Let's go. Храм Дианы, но сейчас дойдем до его более официальной части. Ну и сразу часы работы. Туристы. Нашли храм Дианы. Та-дам! Как тебе? Офигенно. Правда красиво. Ну, для нас старались. Арисфа покуп темпу от Раш Конструиду, да? Как будто недавно построили, а так хорошо сохранилось. Я говорил, что Мерида больше всего имеет достопримечательности с римского периода. Самый город, который имеет больше всего достопримечательностей, сохранившихся в таком хорошем состоянии. Больше, чем любой другой европейский город. Солнце вышло, и совсем другая история. О, и Танька вышла. Прорвалась сквозь толпу. Си, сеньора. Где ты, я тебя не вижу. Довольно такая. Римчанка. Все срочно приезжаем смотреть на храм Дианы в Мериде. С этого ракурса получше объем видно сооружение. Вероятнее всего, этот храм был самым величественным сооружением в Мериде. Предполагается, что в старину рядом с этим храмом с этой стороны находился пруд и сад. Но точной информации поэтому нет. Есть какие-то рисунки, которые были найдены. И здесь, прямо перед самым входом в храм, раньше была трибуна, но сейчас, как видите, ее уже нет.
приезжаем в Мериду смотреть на храм Дианы. В этот раз. Зато не будет сюрпризы фалсом сюрпризов. Туда и Да. И будет вам еще, давай еще раз. Здравствуйте. Там за нами опять. Приезжаем в Мериду смотреть на храм Дианы. Си, сеньоры. Идем к нашему следующему пункту туристическому и смотрим пока на красоту. Сюда. Мы его нашли, но только он там. Пожалуйста, Римский театр. Сейчас мы пройдем через все ветра. Через кучу кустов. Хочешь купить дом? Нет, не хочу. Танька, я нашел римляна настоящего. Вон, смотри. Танька решила распугать всех детей в Мериде, но зато фоточка получится классная. Чиз. Нашли еще один музей. Самое классное. Куда все делись? Все потерялись. Эй, вон ты посмотри, что? Короче, я всех потерял. Самое классное, что сюда можно приехать на один день в Мериду. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы все посмотреть. И можно взять билет за 17 евро. И это вам дает доступ абсолютно на все достопримечательности. То есть вы платите не по 6, или по 5, или по 13 за каждый вход. А платите 17 и заходите во все абсолютно достопримечательности. Нашли классное кафе с нашей... Кафе? Ресторанчик. Классный ресторанчик с местным пивом. Кофе. Местное пиво, да. Испанские каникулы. Женщина. Приезжаем в Мериду, пьем испанский кофе и пьем испанское пиво. Можно заказать мясо здесь, местные тапас, местные блюда и всякие закуски, то что. Автомат нормального человека и испанский. Кидаешь монетку, идет тебе хамон. Let's go. Пошли, Данька. Друзья, вот вам испанские цены. 3,50 за пиво и кофе евро 80. От Лиссабона не сильно отличается. А здесь еще Рождество. Пику фас. Что мне совсем... Что мне со всем этим делать? Кто следующий? Следующая. Просим Авитима. Анденкеру. Давай. Господи. Мы нашли еще одного римляна. Табом. Не могу больше. Достань ее оттуда. Тирай ладай. Ты нормальный человек. Нет. Пошли. Классный магазин сувениров. А вы думаете про Римскую империю? Регулярно. Еще одно классное место, где можно купить местные сладости. По-бразильски это бро де миле. Не знаю, как это называется по-русски. Печенюшки. Выглядит, конечно, все так себе, но я думаю, что это все супер вкусно. Вообще, я не думаю, нам сказали, что это все супер вкусно. Голодные глаза. Постоим и подождем. Я хочу вот это.
Боже, пока там покупают, мы тут всеми инструментами организации. Как называется место? Непонятно. Как-то вывезано. А еще вон там секретные нычки. Наш улов на сегодня. Место называется Артезанус Рокко. Опа, опа, опа. Muita coisa. E deu 11,80. Ah, всего 11 евро. У нас целый мешок сладостей. Парабенс. И olha essa fila. Doido. Olha que tu que fez essa fila, né? Пошли. Танька, погнали. Я тут фонтаны снимаю, а у нас колокол пробил 6 часов. Набрал булочек, сейчас я тебе пойду куплю. Как насчет хлебушка местного? Мимо проходили, не могли не заметить. Лиссабон, почему у тебя не такие цены здесь на недвижимость? Трехкомнатная, 149. Трехкомнатная, две казы дебальни, 90 квадратных метров. Вы нормальные 54. Люди. Вы нормальные люди, скажите, за эти цены? Я переезжаю в Мериду просто. Мериду, новый клиент, уже скоро. Ждите нас. Да, люди живут с видом на римские развалины. Замечательно просто. Тебе не стыдно, скажи мне? Ходить так далеко от нас. Можно ходить пешком по городу, изучать его. А можно не париться, на туристическом поезде покататься. Да, я вас всех заснял, пердатель. Напоминаю, если вы еще смотрите этот влог, если вы еще с нами, мы находимся в Испании. Снова день открытых дверей. Все хотят, чтобы мы зашли в гости. Но мы идем дальше. Друзья-архитекторы. Это просто город, в котором есть все. Если вы так же, как и я, любите архитектуру, Мерида вам покажет все, что у нее есть. Да, Танька? Танька спит. А тут «Бадажош» написано. Пошли уже. Мы нашли то, что искали. Акведуту де лос Милагрес. Называется «Акведук чудес». Сейчас посмотрим. Но это на самом деле только маленький кусочек, а нам надо вот идти сейчас туда, по вот тому переходу, и мы покажем вам, как оно все выглядит на самом деле. Да, вот здесь можно посмотреть, какой он раньше был. Это только уцелевшие части, вот высота человека, и было еще прилично сверху, да, то есть можно представить, что не хватает еще 20%. О, у нас там друг, подруга точнее. Эмуту фода. Продолжаем наше... Танька, пошли. Продолжаем наше путешествие. Смотри, как классно! Погнали! Когда начинаешь думать о том, сколько времени, сколько лет это здесь стоит? И стоит! Мини-акведук. Друзья, этот римский акведук использовался для снабжения Мериды пресной водой. И первоначально он был длиной 10 километров, соединяя город с водохранилищем.
До наших дней сохранилось всего 800 метров данного великолепного сооружения. Но мне кажется, это неплохо, учитывая, сколько лет это здесь стоит. Мы сегодня можем наблюдать, как с этой невероятной конструкции гнездятся аисты. Друзья римляне, где бы вы ни были, спасибо вам за то, что вы нам всем оставили в наследство. Вау. Бонд, Джеймс Бонд. Приезжаемся в Мериду. Приезжаемся в Мериду зачем? За впечатлениями. За впечатлениями, за аистами, за вкусными булочками. Покупками, булочками. И Римский театр, и храм Дианы. Храм Дианы. И будет вам счастье. Си, сеньора. Так, подожди, теперь... Еще раз. Нет. А, это графон. Бом, агора, фото. Ну что, давай попробуем сладости, которые купили. Парес пау кон кейжу маш ди коку. Чин-чин-чин. Погнали, пробуем. Попробуй. Эй, коку, маш я муйту диференте. Я муйту бом. Это muito diferente. Очень-очень отличается от лиссабонских с видом на океан. Но это muito doce, exatamente. Em Lisboa está muito-muito doce. И também gostoso. Лиссабон тоже вкусный. Здесь сильно отличается, потому что они не такие сладкие. Больше кокоса, да? Серьезно? А у нас ничего нам. Видишь? Поставьте на так. Паштел Дената из кокоса. Вот, из Мериды. Часть, которую мы показали в начале. И это его продолжение. Можно приблизительно представить, какой он раньше был. Но все равно 10 километров не даст. В любом случае, было круто. Спасибо. Нашли говорушечку. Давай расскажи нам, что тут нашел ее. Ну, давай рассказывай. Ай-яй-яй! Уезжаем в закат! Фу! И снова седая ночь. Знаешь, седая ночь. Ты все мои тайны. Мы приехали пробовать. Ты кукерешь, ты кирежешь. Да. Ты вот эту хотела? Да. На. Хочу. Только маленькая. Я попробую. Межма масса, межма поза, меж форма утра. Все. Чин-чин. В испанских новостях не существует Португалии.